Для того, чтобы читать следы животных, надо внимательно проразглядывать их копыта. Для разглядывания копыт нам понадобится один олень. Вот этот олень мне не очень нравится, какой-то он нескладный и долговязый. Нужен с более изящной походкой. Давай, иди отсюда. Другого надо. Поизящнее, помоложе. Вот. Вот это мне больше нравится. Давай, задницу к камере поворачивайся. И тяни копыта, копыта тяни. Да, молодец. Вот смотрите. Передние два пальца отпечатываются на твердом грунте при медленной ходьбе оленя, да? А гвоздики, боковые пальцы, они на твердом грунте при медленной ходьбе не отпечатываются, потому что олень ставит ножку очень аккуратно. Только на мягком грунте отпечатки этих задних пальцев или гвоздиков видно, или на очень толстом снегу. Покажи еще раз. Покажи, стой. Вот покажи. Вот видите, вот эти задние, они хоть длинные. Кстати, здесь можно лайки ставить на этом месте. Вот так вот изящно олень ножки ставит, когда медленно идет и печально. А вот у кабана другое дело. Там отпечатываются даже на медленной ходьбе все четыре пальца и задние гвоздики в том числе. Поэтому след кабана ни с кем не перепутаешь. Вот он идет всеми четырьмя пальцами копыт. А олень вот так вот изящно ножку ставят, у него поэтому только передние пальцы. Ну а ты-то куда приперся? Про вас и так куча видео на канале, про вас потом отдельно сниму.